Да? Ну, я надеюсь, так лучше. Вау, Да, вообще. нет, хорошо. Но вопросик такого характера. Я каждый раз, когда захожу на чистые дни, где-то на третий день начинает сильно кровоточить десна. Вот, во-первых, вот этот жуткий вкус во рту, вот это, вот этой крови, сразу меня сбивает с моих целей. Вот, вообще, хотела поинтересоваться, может быть, есть какие-то, не знаю, рецепты, вот немножко это смягчить как-то или что-то. Просто придет какой-то ответ на этот вопрос. Ну, смотри, во-первых, зубки, когда кровоточат, это говорит о том, что, опять же, то, что мы сейчас говорили, это десны расслабляются, и зубки начинают шататься. Зубки начинают шататься, за счет этого они как бы раздражают внутреннее, то, что внутри, между зубом и десной, все вот это вот раздражают своими частями, так скажем, да, но я не стоматолог, не могу правильно сказать. И поэтому начинает кровоточить. Чтобы нам в тонус ввести наши десны, то покупайте просто обычные вот эти вот для детей, которые для того, чтобы, когда деткам покупают, когда у них начинают зубки резаться, всякие вот эти вот там колечки, игрушки, они продаются в аптеках, стоят там рублей 100, наверное, рублей 50. Покупаете, начинаете тренировать свои зубки. Это первый момент. Второй момент, мы же говорили о гвоздике. Тебе гвоздика не помогает? Ну, как-то все время с гвоздикой тоже как-то что-то я не Но знаю. Если гвоздика, Надоедает, что ли, не не хочется, знаю. Если с гвоздикой не хочется, то попробуй дубовую кору. Дубовую кору точно так же, если на сухих, берешь немножечко там, ну, не знаю, так же, на, там, она бывает как мелко, как порошок, а бывает прям такими вот полосочками. Uh-huh. Вот тоже немножечко uh-huh. отламываешь и точно так же начинаешь ее сосать. Дубовая кора, она хорошо все загубляет да. во рту. Я припоминаю, да, вот что-то для десен когда-то. Угу. И обязательно Да, нужно я поняла. тренировать десны, обязательно нужно тренировать зубки, чтобы десны были в тонусе. Угу. Ну, это, я надеюсь, как бы отпадет. Ну, то есть, ну, как бы это ж неестественное получается, как, ну, если ты уходишь от еды, то по большому счету нет смысла как бы вот этот тренировать. Жевательный эффект Это сохранять, не да. жевательный эффект, это тренировка. Десна – это такая же мышца, то есть это же не совсем кость, это полукость, полумышца. Это и не то, и не то, и не слизистая. То есть она что-то среднее. Как? Ты же тело тренируешь. Ты же не говоришь, что вот я сейчас не буду носить столько на себе массы. Можно не тренировать тело. Могу полежать на диване. Ты же его тренируешь. У нас каждый наш орган нуждается в тренировке. Мы даже волосы. Мы же делаем массаж головы. Мы их немножечко подтягиваем. То есть мы тренируем даже луковицы наши. Это безусловно должно быть. Как? Мы все должны тренировать. И еще раз повторюсь, что волосы, зубы и ногти – это наше психологическое состояние на данный момент. Если у тебя с зубами проблема, с волосами, с ногтями, это касается твоего образа жизни, это то, что ты в несогласии с собой, это то, что ты не можешь решить проблему, о которой мы знаем, да, ты все равно не можешь прийти в согласие с собой. И тебе организм дает вот такие вот знаки.
Ну, бывают просто такие обстоятельства, в которых я как раз-таки сейчас оказалась, когда ты понимаешь, что ты не можешь сейчас быть, ты должен быть там, где, ну, как бы вот ты не хочешь быть, но Да, просто понимаю. необходимость, она тебя заставляет это делать. Ну, просто по-другому не получается. Ну, Вот, и... смотри, мы же с тобой говорили, что в любом случае либо ты ситуацию прокачиваешь и делаешь так, что ситуация у тебя меняет, либо ты прокачиваешь себя и свое отношение к этой ситуации. Потому что плюшки же ты можешь найти для себя в любой ситуации. И там, где ты сейчас находишься, ты здесь тоже можешь сделать свои выводы. И ты, и твои родные, которые находятся и рядом с тобой, и которые далеко от тебя находятся. Ты же можешь заниматься не самоедством и не выеданием мозга кому-то, правильно? А ты можешь заняться именно собой. У тебя Я сейчас со есть всех все сил шансы заняться стараюсь, собой. занимаюсь собой и нахожу в данном, ну, как бы сказать, окружении какие-то свои плюсы, интересы там и все. Но при всем при этом город давит. Но это не город давит, это потому что ты себя видишь в другом. Ты даже не в том, что себя видишь в другом месте. Ты боишься оставить то место, с которого ты уехала. Ты боишься, что без тебя сделают не так, как надо тебе, по-честному, да? Ну, я уже, по-моему, даже ничего не боюсь. Я вообще отпустила эту ситуацию и, в принципе, ничего оттуда не жду. Но если ты честна сама с собой, то это хорошо. А если ты себя пытаешься убедить, то ты как бы оставляешь себе такой длинный-длинный хвост, который за тобой будет тащиться. Ну, это такой очень личный вопрос. Я Да. вообще, да, не Про хочу это зубы мы с сейчас. тобой поговорили. Да. Аня, а ты зубы чистишь до сих пор обычной пастой? Нет, я давно пастой не пользуюсь. Я чистила и просто горчичным порошком, и зубным порошком, и смесью глины, соли, перца, А я просто попробую перекисью водорода почистить, просто с водой один к одному. Я чищу перекисью водорода уже более 5 лет, и мне очень приятно, хорошо и светло. Вот. Перекись водорода Не вместо пробовала. дезодоранта. Да, везде Про что-то перекись про... водорода. Не Ну, пробовала вот попробуй. именно реки. Спасибо, да. Ну, это так. Из моего опыта у меня тоже десны кровили, в свое время кровоточили. И после этого я уже все забыла. Вообще у меня эта проблема была в детстве, всегда они у меня кровоточили, потом как-то я переросла этот момент. Но теперь я понимаю, что вот как только я в сухие дни захожу, у меня эта проблема поднимается заново. Ну, все, я Все. поняла, да, что Мы могу. поняли, мы Спасибо. приняли. Спасибо за вопрос, Аня. Итак, а значит, да, вот Настя подключилась, у нас пишет, действительно, массаж десен и грамотный уход за полостью рта. Это на самом деле, даже вот так, и то, и вот кинезио такой метод есть, массаж десен, пожалуйста. Вот, замечательно. И также меняем руки. Вот, это из этой оперы. Ну, чем больше массаж десен, надевают перчатки даже, в косметологии, когда массируем лицо, то туда загоняем пальчики. На самом деле там, где нет гимнастики, где нет проработки, мышцы атрофируются, как Света сказала, и, соответственно, они укорачиваются. А что им остается еще делать? Они будут тянуть, и все там, вот эти все процессы происходят. Вот мышцы, когда не работающие, они же сокращаются. Вот этот процесс происходит. А поэтому, мне кажется, это самый лучший способ массаж десен, потому что раз мы перестаем жевать по привычке, то, естественно, нам нужно каким-то искусственным способом эту гимнастику продолжать делать, но уже без еды. Да, тоже сосание пуговки, да, Света? Это все к этому. Вот. Я тут как-то хотела пустышку взять, не пустышку, а вот соску, которую на бутылку одевают.
нагибает ее. И вот туда палец у меня, все сыновья, оба сына, они сначала палец туда запихивали большую соску, а потом соску уже в рот. Вот так было оригинально. Может быть, и нам иногда нужно это делать. Вот, как говорится, до смешного доходит, но лайфхаки, они, наверное, уже придуманы ранее. Вот. Ну что ж, друзья,